Еще 17 массовых захоронений, обнаруженные в центральной части Конго с момента начала столкновений в августе прошлого года между бойцами вооруженных сил страны и повстанцами. Таким образом, общее число могил достигло 40, заявили представители ООН, добавив, что убиты по меньшей мере 114 человек, в том числе 41 ребенок. Ранее представители организации предупредили, что если правительство Конго не сможет эффективно расследовать насилие, этим займется Международный уголовный суд. Конголезские власти эти сообщения пока никак не комментируют.